Нужны благоразумие и осторожность, чтобы отдых на воде был по-настоящему полноценным и безопасным. Привычные места такого отдыха не всегда бывают оборудованными. И здесь нельзя забывать, что именно на взрослых возложена ответственность за жизнь и здоровье детей. Это еще раз прозвучало в ходе рейда по берегам реки Протоки. Как хорошо в летний зной искупаться в реке или в море, позагорать на пляже, отдохнуть, но нужно позаботиться, чтобы все это было безопасно. Приходят люди на необорудованное место, начинают купание, а там дно не обследовано, есть коряги, места не изучены, и последствия всего этого могут быть самые печальные. Поэтому купаться нужно только в оборудованных местах, где есть спасатели. В нашем городе есть сертифицированный городской пляж, где созданы все условия для безопасного купания. Пляж расположен удобно в центре города. Приходи и наслаждайся речной прохладой. Но все ли выбирают настоящую безопасность? Чтобы выяснить это, межведомственная группа по организации летнего отдыха, куда входят представители правоохранительных органов и всех заинтересованных служб, проехала вдоль берега протоки, обследовав прибрежные городские места. К сожалению, рейдовая группа увидела мальчика, купающегося в неприспособленном месте. С ним провели беседу с разъяснением ситуации, почему этого делать нельзя. Сегодня комиссия проверяются несанкционированные места купания вдоль реки Протока в пределах Славянского городского поселения. Конечно же, не остается без внимания те дети, которые купаются на берегу реки. А вот сегодня был случай выявлен, один несовершеннолетний ребенок 10 лет, который купался без сопровождения взрослых. Он был доставлен и передан на руки родителю. Хочется напомнить, что на берегу реки Протока есть оборудованный городской пляж, где дежурят медики, спасатели, и он является безопасным для купания. С начала 2024 года на Кубани утонуло 23 человека, 8 из них дети. И хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, следите за тем, где находятся ваши дети. Проведите с ними инструктаж по поводу поведения на водоемах и вблизи их. И также проведите инструктаж по поводу поведение ребенка в случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде. Безответственность в вопросах организации летнего отдыха, особенно это касается детей на воде, недопустима. Хочется предостеречь от купания в неподходящих местах, от безнадзорного пребывания детей вблизи воды. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».